Так, что у нас здесь? Игра на Delphi 7, которую разрабатываю уже месяц. Так, игра будет в стиле Disciples 2. В этом окне я не работаю, потому что здесь очень неудобно. Давайте посмотрим на исходный код. Так, сколько у нас строчек? 3276, да? Ну, почти что. Ну, хотя мой код можно модернизировать, например, использовать больше функций, потому что у меня здесь много строчек, которые повторяются. Да, не очень удобно уже стало работать. Так, сама игра вообще грузит все файлы из текстового файла. Ну, все настройки, конечно. Например, битв, оружие. Все это можно модернизировать. Ну что, давайте посмотрим на игровое поле. Да, давайте запустим для начала. Так, что мы здесь видим? Поле битвы, которое загружается из файла. Так, это мой персонаж. Я сделал себе раненого. Ну, для теста, конечно. Это у меня два союзника и три противника, да? Так, здесь у нас выбор оружия. К сожалению, оно не реализовано. Нельзя еще использовать эти три кнопки. Но зато медкит работает. Да, к сожалению, почему-то этот курсор зеленый не видно вообще анимации, когда я снимаю фрапса. А должна быть красивая анимация. Так, ну что, давайте начнем. Так, давайте, что у нас здесь, спецподразделение с полным значением, да? Начнем с него. Тут у нас бой не пошла. Черт, я забыл себя полечить. Обязательно полечим себя, либо союзника, конечно же, себя. Так, у нас здесь вынесли. Так, надо добить. Так, посмотрим, что у нас. Давайте. Черт, не добил меня. Блин, меня вынесли. Один на один. Ну, я думаю, наш сосед. Черт, он промазал. Мы проиграли. Ну, на этом и все. Что можно еще сказать? Буду разрабатывать дальше.